Построил я башню, построил не для своей славы, построил башню для людей. Хорошее у меня дело возить людей по моему городу. Баку, можно сказать, в этих стенах родился, отсюда стал расти. Чем уже улочка, тупичок, тем старше. Дома в пятнах времени, как в машинах. Эти помоложе, каких-нибудь 100 лет им. Да, люблю я показывать Чаршахер. Это значит по-нашему город внутри города. Кто хоть раз здесь побывал, обязательно вернется. Чаршахер Бакинин надир бир гюшесидир. Biz кала кафларынан Эчери Шахер, говорит известный азербайджанский писатель Анар, уникальный уголок. Он переносит нас сквозь даль времен в средние века. Когда ко мне приезжают гости, пусть ненадолго, проездом, всего на несколько часов, я их веду в крепость. Не видя Эчери Шахер, невозможно представить себе Баку, невозможно узнать Азербайджан. В крепости звучат голоса далеких эпох. На каждом шагу новый пласт времени. Постепенно появляются на схеме мечети и минареты, духовные школы медресе, караван-сараи и бани, открывая облик древности. Следы людей на Абшероне были уже 35-40 тысяч лет назад. Название города Баку встречается впервые в арабских рукописях X века новой эры. Город ветров, в стране огней, примерно так можно обобщить толкование географов и историков самых отдаленных времен. Подумать только, плескались здесь морские волны, вся крепость лежала на берегу, и как сейчас возвышалась из голосы. Девичья башня. От деда слыхал я и об огненной деве, спасительнице осажденного города, и о красавице ханской дочери, которая бросила с башни в пучину в день свадьбы с нелюбимым. А девичья башня как символ верности и неприступности плывет над городом будущее. Ну, вот мы и приехали на рыночную площадь.
Баку лежал на скрещении мировых торговых путей. Древние мореходы и путешественники, богатые торговые караваны, стремились сюда за целебным маслом белой нефтью, за нефтью зеленой и черной, солью, шафраном, шелком, коврами и другими изделиями азербайджанских ремесленников. Здесь можно было найти все, что душе угодно. И, может быть, на таком вот восточном базаре, а может и в жестоком бою, был добыт знаменитый пазырыкский ковер, сотканный на этой земле и найденный при раскопках на Горном Алтае. Это первое свидетельство об азербайджанском ковроделии относит к 6-5 векам до новой эры. А сегодня, как и много столетий назад, дарит азербайджанский ковер радость, приковывает затейливым орнаментом, заставляет всмотреться и понять. Знающий его непростой язык переведет вам сокровенный смысл ковра, его замысел и тему растолкует шифр мастера и ключ к нему. Ковры безворсовые и ворсовые, орнаментальные, сюжетные, выделанные чьими-то добрыми руками, подобны народной музыке. Их трудно описать, их надо видеть. Шесть тысяч экспонатов Государственного музея азербайджанского ковра воспевает трудолюбие, терпение и настойчивость, высокий художественный вкус и мастерство народа. Интересно, что на полотах Гольбейна и Мемлинга, Ван Эйка и Кривелла впечатлены солнечные ковры и Шерваны и Кубы, оживляя строгие интерьеры западноевропейского возрождения. Синеву Каспия и бирюзу горных озер, бежевые оттенки песков Абширона, сочную пестроту лугов соткали безвестные мастерицы, затаив их в замысловатых линиях узора. Великий ковер XVI века шейх Сейфи хранится на чужбине в музее Виктории и Альберта, согревая лондонские туманы волшебными красками. Гость в доме, радость в доме. Достойная встреча по обычаю дедов. Уважение гостю песнями, плясками, добрыми улыбками. Пусть время, проведенное с нами, будет желанным и сладостным, как шербет. Птица Симург, символ счастья и мира, взлетела с коврового орнамента,
и стала эмблемой международного симпозиума по искусству восточных ковров. Научные доклады, сообщения о находках и открытиях, оживленные дискуссии. Азербайджанский ковер объединил ученых самых разных стран, оставил незабываемые впечатления об этих днях, празднике общения, взаимопонимания и дружбы. В эти дни мы увидели прекрасное, самобытное, древнее искусство Азербайджана. Оно не Ольга Гордеева, Москва, исторический музей. Музеев и выставочных залов. Оно вылилось на улицы, праздник в Кировабаде, где каждый житель вынес свой дорогой, любимый ковер. Мы видели молодежь, которая умеет ткать ковры, любит это древнее искусство, понимает старинный орнамент. Я думаю, что у азербайджанского ковра большое будущее, потому что это искусство глубоко народное. В наши дни несет традиции прекрасного искусства. Знание ковра – это знание истории археологии, этнографии и фольклора, поэзии и географии. Тонкий ценитель и знаток ковра, народный художник Азербайджана Латиф Керимов полвека своей жизни посвятил истории ковроткачества, анализу техники и художественных особенностей ковроделия и обобщил свой опыт в четырехтомной летописи «Азербайджанский ковер». Навеянные творениями великих поэтов Востока Низами и Физули, сюжетные ковры вобрали традиции тебризской и казвинской миниатюры. Даруя новую жизнь героям Петерицы Низами, через века подхватывают ковры пафос гуманизма, жизнеутверждения, подвига во имя людей. Посмотрите, отвага и мужество, доброта и мудрость, мечты и надежды – все на этих полотнах. Ковер обращается к вам на своем языке, грустит и смеется, доказывает, убеждает, требует. Радуется бесконечной жизни и славит зарю вещая птица Симург, воплощение добра. Снова и снова гибнет злая сила. В наивном орнаменте тянутся к свету язычки бута, пламя любви и надежды. Летящая ввысь мечта о мудрости, счастье, мире. Великие мастрицы были наши бабушки. Ковер ткут, песню поют. А в песне, как в жизни, все рядом. Веселье и печаль, шутка и грусть, озорство, радость. Веселей порхайте руки,
завязывайте узелки покрепче. Спасибо вам, травы и кора, лепестки и бутоны. Яркими будут краски, уютным станет мой очаг, богатым мое приданое. Ленивая мастрица, никудышная жена. Постигну я тайну станка, счастливой будет моя жизнь. Подарит меня любимый свое сердце. Да, с ткацким станком тогда не расставались даже на горном пастбище. С собой возили всю обстановку для дома. Бережно передаются традиции народных ремесел, секреты виртуозного мастерства. Ажурная филигрань, эмалировка, инкрустация, гравировка повторяют в своих узорах уже знакомые мотивы – бута и крылатый арабеск. Вглядитесь, узор только кажется запутанным. В его линиях полет, окрыленность мечты, поэтическое восприятие мира. Азербайджан славился не только вышивальщицами. Знаменитые вышивальщики соперничали с женщинами в золотом шитье гюля-батын, тамбурной вышивке, такелдус. Александр Дюма побывал в гостях у Натаван, талантливой поэтессы и искусной рукодельницы, как самый дорогой подарок увез в Париж ее бисерный кисет. Бисер и блестки, золотое шитье украшали женскую одежду. Послушайте, что они поют. Величальную свадебную.
Дорогие наши, поздравляем Мубарек. Жених и невеста, ай, Мубарек. Горным ручьем в доме зажурчит, редкой птицей счастье прилетит. Приходите все, разделите нашу радость. Ай, Мубарек. Ay mübarek evim var olsun felek Ay mübarek ahır hoş güne yetti Ay mübarek bize gelin gelin Ay mübarek bize bize gelin gelin Ay mübarek Все, что создал народ, как родниковая вода, не иссякает и непрерывно обновляется. Живая вода мастерства. Дворец Ширваншахов, седой долгожитель крепости, стоит на самой вершине холма. Ступая под своды диван-ханы, попадаешь в легенду, одетую камнем. Что это было? Приемные покои, государственная канцелярия или судилище? Скорее всего, мемориальное сооружение, обитель мира, как гласит надпись над главным входом. Монументальность архитектурных форм подчеркнута дивным кружевом орнамента. Сколько же сил, терпения и фантазии в этом плетении из камня? Вот почему азербайджанских зодчих, устадов, приглашали работать в Самарканде, Тирджане, Дербенте. Затейливой вязью украшались надгробия, фризы, порталы. Иногда мастер незаметно вплетал в орнамент надпись, оставляя свой автограф в веках. Так было открыто имя Мемара, архитектора Али. В среднем дворе возвышается шестигранный дворец, глухая стена с узкими окнами в каменных решетках шебеке. А деревянные шебеке можно встретить во дворце ханов Шики. Из особых пород дерева, без единого гвоздя, без всякого клея, собирает мастер ажурную, прочную решетку, расцвечивает жилище радужным светом. Не шахов и ханов восславили дворцы. Они поют гимн таланту и труду народа. Здесь выражение уносит нас в XVI век, вызывая в памяти образы старинных миниатюр. Собрание роскошных рукописей хранит рукописный фонд Академии наук Азербайджанской ССР.
Изысканный язык восточной поэзии вдохновил каллиграфов и художников. И появились эти шедевры, торжественно-декоративные, пленяющие своей гармонией. С драгоценными образцами древнего книгоиздательства познакомился генеральный директор ЮНЕСКО по вопросам науки, образования и культуры Амаду Махтар Мбоу. Я чрезвычайно рад оказаться в столице Азербайджанской Советской Социалистической Республики по случаю проведения первого международного симпозиума по искусству ковра. Баку остается значительным центром развития этого искусства. Как мне представляется, симпозиум превзошел все ожидания. Ученые высоко оценили тот факт, что имели широкую возможность обменяться опытом и прочертить пути дальнейшего сотрудничества. Народное искусство, радостное, как детство, мудрое и образное, не знает равнодушных. В его родниках правда, добро, мир. Дед мой говорил, время — это тропа в будущее, протоптанная поколениями. И разве не живет, покоряя время, вечная сказка и чари шахар? Tikmedim ey özüm kalayım, tikmişim. Построил башню, построил не для своей славы, построил башню для людей.